В рамках Международного дня девочек в Усть-Майском районе впервые прошел первый улусный конкурс «Мини-Мисс-2016». Какие этапы прошли юные конкурсантки и кто получил главный приз, смотрите далее. Открыли мероприятие выходом в нарядных платьях, где каждая участница продемонстрировала свой наряд, а также рассказала немного о себе в визитке. Все финалистки были прекрасно подготовлены и отлично справились с первым этапом конкурса. Все как одна умницы и красавицы. Как стало видно, живут не менее яркой, чем их наряды, интересной и насыщенной событиями и впечатлениями жизни. Конкурс состоялся. В нем приняло 6 участниц из 2 муниципальных образований района. Конкурс прошел на высоком организационном уровне. В дальнейшем надеемся на его продолжение. Конкурс продолжился творческим этапом, где девочки пели песни, читали стихи и танцевали. Ну и, конечно же, конкурс не обошелся без выхода в вечерних платьях, где каждая девочка, словно принцесса, грациозно дефилировала по импровизированному подиуму. Прошло достойно, мне понравилось. Девочки все талантливые, красивые. Конечно, им было сложно, но прошло все на уровне. И вот настал самый долгожданный и волнующий момент награждения конкурсанток. В начале всех участников конкурса жюри наградило благодарственными письмами и ценными подарками. После объявило победительниц. Все девочки получили множество подарков, и каждой было присвоено свое особое звание. Ну а победительницей конкурса стала Атабаева района из поселка Усть-Мая. Ирина Крохмаль, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский улус.